Всем привет, друзья! Сегодня сделаем обзор видеорегистратора зеркала Bosscam. Инструкция. Это очень хорошая модель, у него есть ряд преимуществ, чем другие модели. Здесь вход Type-C, что долговечен и удобен. Поддерживает до 64 гигабайт microSD карт. Камера регулируется и также вот так можно регулировать. Очень тяжелый, кнопка Reset. Резиновая вставка, вход GPS, SD-карта и задняя камера. Кстати, заднюю камеру можно ставить и на заднем стекле, и на номерной знак. Это очень удобно. Также здесь теплозащитный конденсатор, более устойчивый к высоким температурам. Здесь резиновые крепления, один тонкий, другой толстый более. Адаптер 2 ампера, Type-C. Задняя камера. Крепление на номерной знак, а также крепление на заднее стекло. GPS. И проводка довольно длинная. Несмотря на то, что зеркало Mercedes довольно толстый, также установить не проблема. А камера с правой стороны. И посмотрим. Сверху немножко у меня провода мешают, потому что здесь очень тесно, но настроить можно. Можно также вот так вверх вниз сделать, как вам удобно. Как я уже сказал, камеру можете ставить вот сюда. А красный провод к фонарям плюс у заднего света. Допустим, ставите заднюю передачу, включаются задние фонари, и здесь уже включается задняя камера. Можно регулировать линии вверх, вниз, направо, налево. Вот я делаю вниз, чтобы мне удобно было. А когда вы уже ставите, допустим, на D, чтобы поехать вперед, выключается свет, и камера переключается на передний. О, я выключил камеру. Вы можете здесь уже сменить режим, можете оставить вот так. И задняя камера, и передняя камера. Давайте посмотрим меню.
Здесь есть 4 языка, русского нету. Также здесь есть режим парковки, и что удобно, что дополнительное питание не нужно для этого. Здесь встроенная батарея есть, для режима парковки не нужно дополнительное питание. Есть GPS-синхронизация. Можно настроить время. Я пока этого не буду делать. Формат. Здесь ставлено, что автоматические включения задней камеры. Можно выключить эту функцию, чтобы камера не включилась автоматически, задняя камера. Можно форматировать SD-карту, версия прошивки, настройки сбросить. Звук и так далее. А здесь уже настройки видео. Можно ставить 3 минуты. Запись звука, задние парковочные линии, паркинг, мониторинг выключен, но если я включу, то автоматически включится и записывает видео 30 секунд при ударе на автомобиль. Будет записать из передней и задней камеры, то есть оба. Здесь больше нечего показать. Здесь микрофон можно включить, выключить. Как я уже сказал, это уже мы можем посмотреть вид, с какой камеры нам надо. Это запись. Это фото. Можно сделать фото. Защита от перезаписа. Если мы нажимаем, то, как я уже сказал, вот так мы переключаем заднюю камеру, именно парковочный режим. И вот так включаем переднюю камеру. То есть, если вам неудобно, вам даже не нужно подключить провод к задним фонарям, тот плюс. Вы можете просто ручную включить заднюю камеру слева направо. Вот так. Также можно регулировать яркость. Здесь стоит автоматически. Можно вот так. Можно ставить автоматически и посмотреть записанные файлы. Это передняя камера, это задняя камера. Вот запись задней камеры. Кстати, уже дата и время автоматически настроилась через GPS. Зажигание включается, видеорегистратор автоматически включается, задняя камера, чтобы вы по умолчанию видели, что происходит. И передняя камера. Зажигание включается, видеорегистратор автоматически включается, задняя камера. Можете также только. Можно отсюда нажать, и будет защита от перезаписи, либо удалить файл. Здесь файлы, которые защищены от перезаписи, вот. И здесь фото, которое мы уже сделали. Вот, а это фото. Кстати, если вы там ставите время, и экран, например, выключится через 1 минуту, то зеркало становится как обычное зеркало. Вы можете посмотреть сзади, что происходит. Когда вам надо, и просто коснетесь экрана, и включится вот такой экран. Один раз, еще раз коснетесь, и уже включится экран видеорегистратора. Можете также
ручной выключить экран, просто снизу нажимаете один раз. Здесь показывает скорость автомобиля и обычное зеркало. А если вам вообще не надо этот рисунок и скорость автомобиля, нажимаете еще раз. И становится обычное зеркало. Остался показать вам примеры записи с передней и задней камеры, и на этом все, потому что я все уже вам показал. Всем спасибо, всем удачи на дорогах.